По ним убивают Титана. Ну и дальше погоня будет на Пашу. Паша по сварк-рестам выкупается Титан. Особо больше до байбеков не будет. Рамзес без байбека. Рамзес очень быстро его могут убить. Да! Убили Рамзеса. 2 минуты не будет. Без него драться будет невероятно трудно. Ярко. Пета с вами продолжает стрелять. Очень больно. Рейзеру его добили, но он с байбеком. Выкупает Сория. Давайте вернемся в драку. Без байбека и винга, погоня за Роджером. Янг лоу хп восстанавливается сейчас без личков. Есть хекс, ультракилл для папарацци. Можно идти дальше, но Уан остается один. Пытается уйти из драки. Должна быть погоня, прыгает папарацци, видит другую цель. Это Паша, Паша очень больно. Дальше идет Морфлинг, полетел за Пашей. Морфлинг. Но Паша непонятно, нет, отсюда его отпускать не должны. Фиссура, еще удар и буйство. Рэмпейдж от папарацци. Я не понял, что произошло. Почему-то у папарацци оказался то